хотите научиться боксировать или стать победителем какого-нибудь боксерского турнира? Или таким же известным, как словучанин Станислав Скороход? Он, кстати, занимался именно здесь, в московском ФОКе. Я родился в городе Славутич. Там я, грубо говоря, прожил всю жизнь и развивался там. 10 лет папа отвел меня на бокс. Вот, и продолжал там заниматься у Кима Геннадия Родионовича. А сейчас соревнуется в турнирах весьма известных в Америке и Европе, имея даже выигранные престижные пояса. Он, кстати, иногда приезжает в Славутич. А заслуженный тренер Украины Игорь Глущенко приглашает всех желающих в секцию бокса. Сейчас берем всех, пытаемся что-то слепить с них. 225-77 – это рабочий телефон московского ФОКа, там все расскажут. Для сильных и мужественных мальчишек это тот вид спорта, в котором вы сможете преуспеть. Секция бокса КДЮ США ждет вас. Контактный телефон 225-77 после 14:00. Тридцать первый раз уже отделение тяжелой атлетики ДУИ США набирает мальчиков и девочек 10-12 лет. Для чего? Для того, чтобы стать сильными, быть здоровыми, для того, чтобы иметь сильную волю, характер, что пригодится в будущей жизни. Вот поэтому я хочу пригласить и мальчиков, и девочек 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рождения на отделение тяжелой атлетики нашей детско-юношеской спортивной школы. Занятия с тяжелой атлетикой, как и занятия любым видом спорта, они воспитывают волю, как я сказал, характер, организовывают, умеют, учат распределять свое дневное время на учебу, на подготовку уроков, более организовывают детей. И поэтому, занимаясь спортом, вы только приобретаете, но ничего не теряете. Занятия у нас проходят ежедневно, с понедельника по субботу, Белгородский ФОК. Запись с 9 до часу и с 6 до 9 вечера – это в летнее время. И с сентября месяца с 3:30 до 21:00 – запись детей. У нас детки занимаются с 10 лет. По группам распределения занятия у нас проходят и на тренажерах, и силовые упражнения, и изучение техники, потому что вы понимаете, что наша задача – это подготовка спортсменов, это воспитание чемпионов. Но есть у нас такие ребята, которые входят и в сборную страны, в резервный состав, и призеры Украины. Но не всем, наверное, быть чемпионами. Задача ДАЮ США – это воспитание здоровых, крепких ребят, и мальчиков, и девочек. Поэтому у кого есть такое желание оторваться от телевизоров, от компьютеров, от ноутбуков, быть здоровыми, сильными, ждем вас в Белгородском ФОКе. И на отделении работает два тренера – Геннадий Сергеевич Зубец и я, Юрий Петрович Коленский. Мы знаем, как из вас сделать сильных, здоровых ребят. Відділення футболу КДЮ США міста Славутич оголошує набір дітей шкільного віку для занять футболом. Комплектація груп здійснюється за віковими категоріями. Також проводиться добір дітей у старші групи. Щодо запису та детальної інформації звертатись до Віктора Бойка, старшого тренера відділення з футболу. Для довідок мобільний телефон 050-815-13-85. А також 096-072-44-83. Футбол – це нові друзі, цікаве знайомство і, головне, здоровий спосіб життя. Ласкаво запрошуємо до команди.
хочется поздравить всех славутчан с началом нового учебного сезона. Я надеюсь, что все отдохнули, все набрались сил, как и дети, так и взрослые. Наш ФОК уже почти готов принимать наших маленьких спортсменов, будущих чемпионов. Мы готовы принимать всех с 2016 года рождения и старше. Есть очень много разных групп, поэтому всех желающих мы ждем на нашем ФОКе. Девочек тоже приглашаем, почему-то больше идет мальчиков, но девочек тоже зовем. В этом году много девочек, больше, чем обычно записываются, поэтому девочки тоже не бойтесь, ждем вас. Хочется сказать, что группа малышей самых маленьких, которые 2016 года рождения, будет проводиться занятие вечером, ориентировочно часов 5 вечера, поэтому родители будут успевать, я думаю, забрать садика, привезти, поэтому не стесняйтесь, записывайтесь, ждем вас в нашу дружную команду. А не рано вот с такого возраста, фактически с 4-5 лет, да? Да, это 4 года деткам 16 года, но мы же все понимаем, я думаю, взрослые родители понимают, что мы не учим сразу бросать, делать удержание удушающее. Естественно, что в этом возрасте это больше подводящие такие тренировки, которые помогают наладить дисциплину, слушать тренера, да, авторитет старшего человека. Это подтягивание физических показателей, это координация развития. Вот. Ну и вообще просто взаимодействие в коллективе, спортивном. Поэтому и самая главная цель для этих деток – это то, чтобы они полюбили спорт, чтобы они не боялись заниматься спортом, чтобы они с удовольствием сюда приходили, вот, и знали, что их здесь ждут. Через сколько у новичка будет соревнование первое? Первые соревнования, к которым мы их приобщаем, это новогодний турнир первенства спортивной школы. И вот мы их под этот турнир приобщаем, чтобы они уже пробовали. Либо, если мы видим, что еще какой-то ребенок не уверен, и зачем ему этот стресс, чтобы он сказал, все, больше не хочу ходить, то это значит в мае тоже первенство спортивной школы по малышам, и там можно будет тоже принимать участие. Если ребенок быстро втягивается в тренировочный процесс, у него хорошо все получается, у него нету каких-то психологических барьеров, тогда он уже может после, допустим, уже после первенства первого в декабре, уже весной, мы можем уже его куда-то возить, куда-то подключать. Пробовать, да. Но, в принципе, первый год – это не цель. Нету цели, да, ездить на турниры там и стать мастером спорта за первый год. Цель – просто укрепиться, получить навыки основные, да, и для того, чтобы дальше двигаться, основу. Старший тренер тоже будет принимать участие? Конечно. На данный момент, к сожалению, у Олега Геннадьевича есть свои определенные проблемы. Вот, стартанем мы без него, но мы его очень ждем, нам его очень сильно не хватает, он наш самый главный предводитель, он наша мессия, скажем так, поэтому, конечно, мы его ждем и, конечно же, он будет принимать участие во всех тренировках. Очень многие через Facebook записываются. Есть также возможность зайти просто на московский ФОК. Наши сотрудницы все записывают, у них есть бланки, они все всех записывают, передают нам. Либо по номерам телефона, конкретно мой, Валентина, либо спортивная школа точно так же запишет, любые методисты, как бы ребенок не пропадет.